Аппаратное совещание под руководством губернатора Сергея Морозова прошло за пределами Ульяновска. Весь день глава области знакомился с проблемами Чердаклинского района. Здесь же было решено провести главное совещание начавшейся недели. С утра губернатор работал в полях, смотрел, как ведется уборочная кампания. Выводы пока далеки от радужных. Мало того, что страда началась на 2 недели позже срока, так и с техникой не все в порядке. А меж тем нужно уже готовиться к посевной озиму. Поездки муниципалитета показывают просто безобразнейшие отношения от ряда из вас к решению этой очень важной экономической, социальной проблемы. Многие из вас до сих пор не создали даже свои муниципальные штабы. У многих нет нормативно-правовых актов об утверждении планов по подготовке и проведению уборочной кампании. Абсолютное большинство из вас ни утром, ни вечером, ни в обед, так сказать, не выезжают сельхозтоваропроизводителям. Несмотря на задержку уборочной, в этом году область вполне может получить рекордный урожай. Все зависит от того, смогут ли руководители муниципалитетов справиться с уборкой зерна. Напрямую с аграрными вопросами связана экология. Губернатор объявил о том, что в ближайшее время появится экологический рейтинг муниципалитетов, а за каждой рекой области появится ответственное лицо. В его функции войдет наблюдение за нарушениями и разработка программы оздоровления водоема. К этой задаче будут активно привлекать в том числе и общественников. В работе с ними тоже ждут изменений. Общественная палата запускает целую серию таких приоритетных проектов, связанных с благоустройством среды, связанных с контролем за качеством не только услуг, но и деятельности чиновников. Первая половина 2017 года давно уже завершилась. Подведены окончательные итоги социально-экономического развития области за 6 месяцев. Регион закрепился на 5-й строчке рейтинга ПФО. Что сильно? Значит, первое место в округе по просроченной задолженности по заработной плате, то есть минимальная, самая минимальная просроченная задолженность из всех субъектов округа находится у нас. Увы, не все результаты столь же приятные. Одной из главных проблем продолжает оставаться демография. По уровню рождаемости и смертности область заняла 11-е, одно из последних мест в ПФО. Вы почему перестали заниматься там, в том числе, семейной демографической политикой-то? Вы что, не видите о том, что уже... В том числе и руководитель страны высказывает там серьезные опасения. Руководитель области дал поручение до начала следующей недели подготовить предложение об изменениях демографической политики. Подведение итогов первого полугодия после обсуждения этой острой темы продолжилось. А выполнение бюджета доложила министр финансов Екатерина Буцкая. То есть динамику мы выдерживаем, и динамика идет положительная. Наибольшую долю, конечно, занимает поступление в областной бюджет. Налоговых и налоговых доходов поступило 23 миллиарда 435 миллионов. Плановое назначение выполнено на 130%. Основные поступления, как и прежде, формируются за счет акцизов, налога на прибыль организации и НДФЛ. С финансами все в порядке, чего не скажешь о росте заработной платы. И дело не только в том, что она повышается медленнее, чем хотелось бы, но и в теневом секторе экономики и нерегистрируемых доходах работников. Притом, случается такое даже в отраслях, казалось бы, далеких от нелегальной экономики. В текущий период показатель по среднему уровню заработной платы по НДФЛ по муниципальному образованию не меняется. Можно сделать вывод, то, что те же самые уважаемые сельхозтоваропроизводители, которых мы очень серьезно поддерживаем, не всегда утруждают себя оформлением юридических отношений со своими работниками. Губернатор особо подчеркнул, что в ближайшее время с теневым сектором экономики будут активно бороться. Для этого примут ряд мер, в число которых войдет усиление контроля за отмыванием доходов и борьба с уходом от налогов. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.